Меня зовут Алексей Долгих, я управляющий партнер компании Boyden. Мы занимаемся подбором управленческого персонала, помогаем амбициозным компаниям находить амбициозных руководителей для достижения выдающихся результатов. За моими плечами 16 лет опыта в сфере подбора персонала. Мы делаем большой акцент на вакансии в области финансов и инвестиций. Любая компания, когда ищет себе сотрудника, в самом начале пытается определить, сможет ли тот сотрудник выполнить те задачи, на которые человек берется. Это касается и должности, связанной с финансами. Когда человек имеет сертификацию международную, в частности CFA, работодатель понимает, что за этим стоит четкая система, четкие знания, как с поиском работы, так и с получением сертификации можно провести какую-то параллель. На любую вакансию претендует большое количество специалистов, пусть это будут десятки, но работу получает один. Также я хочу сказать и по сертификации. Все понимают, что есть такая программа, но только единицы ставят перед собой цель ее получить, получают эти знания и получают, соответственно, потом преимущество на рынке труда.